Slowly but surely, I don't think you will come back again. Come back again. Come back again.
Один стоять, быстрее шестой получу и буду с ним нормально стоять, чем ты со мной тут стоишь, и да. Он получит левел, у меня не будет шестого, в итоге он меня задавит на основании этого.
убил грибов, кварт не поставил. Не заблочил. Пока что я вот страдаю вообще. Тут был бы какой-нибудь просто рейндж саппер, мы бы его, блядь, с первого левела унижали. А тут мне приходится терпеть, блядь. А чё будет по итогу вот сейчас? Ну вот сейчас, вот, чё у нас есть шейкер? Что он делает? Даст физуру? Шейк, подойди. И всё на это? Ну что, ну даст, допустим, физуру. И что? Что это? Сколько это там есть? У него вон 940, да, 950. Ну что? Что он? Ну он должен быть. На 150 урона что дальше будет? Попробую поставить. Не трогай, просто
сами, да? А что тебе стоял по правилам? Ну все, он не пришел. Что постоял? Может быть, да, уже что? Да это забей, блядь, это невозможно, понимаешь, так стоять против одного, блядь, это бред вообще. Не знаю, зачем парень. Я не знаю, зачем вообще. Ну, во-первых, у нас как бы есть инвок, просто по таймингу ты следуешь, можно спокойно сделать хилы. Ну вот у нас есть инвок, и чё, и где он, блядь, этот инвок? Только он слабенький, Миша. Все молчат, никто не хочет разговаривать. Пойдем, больше пьем. Да, ты пойдешь. Кстати, что мне там понятно, что все плохо.
долбоёбы, блядь. Пойдём и забирай фарму. Забирай лес. Забирай всё. Без фармы. В эти годы. Вот эти годы. Бегай просто в них забирай. Они прям ноги. Припикнул, блядь, вас пиком Вайда, пошел в лес. Поставил мне куку, блядь, на 15 минут первый раз. Это сильно, да? Прикинь, как он? Это я не знаю, может быть, он тебя мстит за прошлую игру. Я первый раз сегодня играю. Первая карточка такая подъехала. Долго вот это, да. Да я не хочу даже мне. Не надо, не даст это все скинуть. Я говорю, что
Четыре игрока будут твои. Это так тихо просто, что, блядь, поебать тело, а? Вообще, это, я не знаю. Ну, так просто не бывает, да? Давай его поймем. Он у себя был, этот панчик.